ясно? Росія буде свободна! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Росія без Путіна! Русофоне Путін! Русофоне Путін! Русофоне Путін! Русофоне Путін! Русофоне все с разными лозунгами, но главное это свобода политзаключенных, Путин вор, и Россия будет свободной. С одной стороны, Меркель уже потребовала освобождения Навального, но с другой стороны, поддерживает до сих пор очень теплые дружественные отношения с Россией. И мы хотим, чтобы эти дружественные отношения оставались, но при условии того, что Навальный и все остальные политзаключенные, как в России, так и украинские заключенные, которые содержатся в российских тюрьмах или в тюрьмах на Донбассе, которые захвачены Россией, чтобы они были освобождены. Ага. Yes, Путина! Thank you.